Асель родилась с тяжелой формой детского церебрального паралича и с нарушением зрения. В школу ее не приняли из-за инвалидности. Родители Асель потеряла рано. Вместе со старшим братом и младшей сестрой воспитывали их жестокие бабушка и дедушка. Брат не выдержал домашнего насилия и сбежал из дома. После того, как Асель исполнилось 16 лет, дедушка и дядя начали ее насиловать и угрожали убить, если она кому-нибудь расскажет. Брат Асель узнал, что ее изнасиловали, и отвез в безопасное место в Бишкеке, где она получила поддержку от местной некоммерческой организации. Он написал заявление в милицию, но его проигнорировали. Тогда брат опубликовал в соцсетях видео с историей Асель. После этого началось расследование, но позже его закрыли из-за якобы отсутствия улик. Рассказ Асель о жестоком обращении с ней был проигнорирован следователями из-за пагубных стереотипных представлений о том, знает ли она, что с ней произошло. В итоге обидчиков девушки не привлекли к ответственности.